Кстати, у тебя есть реплика? Я просто услышал ее абсолютно случайно, и мне она так запомнилась. В тот момент, когда ты упоминал Limp Bizkit в фильме. Sadly, you're as useful to me now as a backstage pass to Limp Bizkit. Мне безумно понравился этот момент, и он заставил меня задуматься о музыке в целом. Музыка — такая важная часть нашего существования, и мне интересно, какую роль музыка играет в вашей жизни. Вы вообще слушаете музыку? Может, когда занимаетесь физическими нагрузками? И вообще, откуда взялась эта строчка про Limp Bizkit? Мне нравится эта строчка. Да, я только недавно ходил на их концерт, это было очень круто. Да, но они, вероятно, возненавидят меня за эту строчку, но я ничего не имею против них. Это просто забавно звучит. Очень смешно. А музыка? О, музыка очень важна. Музыка и все, что с ней связано, все это очень важно. Мне нравятся священные вибрации, которые сформировали Вселенную, и сакральную геометрию, и меня это завораживает. Кинематика завораживает меня. Я всегда погружаюсь в это, и я знаю, что все, что вы слушаете, оказывает физиологическое воздействие на вас, вашу ДНК и все остальное. Все, что касается вас, вашего мировоззрения. Поэтому, когда я встаю утром... Ну, вы знаете, мои музыкальные вкусы настолько разнообразны, что это сводит с ума. Я могу слушать попсу, потом могу послушать рэп или рок. Почти каждое утро я просыпаюсь, выпиваю кофе, сажусь на заднее крыльцо и слышу григорианские песнопения, потому что это оживляет птиц. Знаешь, это оживляет весь мир, и внезапно я чувствую, что я не просто в теле, я и есть весь двор. Если мне нужно настроиться на определенный лад, если мне иногда нужно стать хаотичным или сумасшедшим, то могу послушать что-то вроде «Пантера», которая, знаете ли, бросает вызов всему миру. Или, кстати, мне очень нравится «Breed» от Nirvana. «Breed» — одна из величайших и невоспетых песен. На самом деле, я имею в виду, что это своего рода невоспетая композиция, ее затмили другие хиты Nirvana. Но для меня «Breed» — один из самых крутых треков за всю историю. Я бы так хотел поговорить с вами побольше о музыке. Вы представляете, каково мне, как ребенку, который вырос на ваших фильмах? Я вырос вместе с ними. Я помню, как смотрел «Лжец, лжец» на свой день рождения. Рядом сидели мои родители, и эти 90-е годы... О, ну это невероятно круто. Еще я тебе советую послушать трек «Lazy» от Deep Purple. Я не знаю эту песню. Ну просто поверь, песня «Lazy» от Deep Purple из альбома «Machine Head» — одна из величайших. Хорошо, я обязательно послушаю ее, а вам советую песню «Пантера» «Flutes». Шедевр. Спасибо огромное за разговор. Приятно было с тобой поболтать, чувак, береги себя. Спасибо, сэр, взаимно.